В этом феврале телеканал «Дождь» снова наберет вес. Потому что мы за честную масленицу. А вместе с нами Валио и Глобус Гурме. Смотрите в прямом эфире, сколько блинов съедает оператор за одну смену, какие начинки одобрит Минкульт, кто готовит вкуснее, юристы или дизайнеры, и удержится ли на диете Наталья Синдеева. Печем во время новостей, едим на летучках, кормим гостей и снова печем. Не житье, а масленица. 21 и 22 февраля. На «Дожде».